Вот вы как думаете, у нас вообще, ну оно как бы хорошее шоу у нас? Я вот, например, в таких шоу снимался. Начало съемок. Мы приехали в 2 часа дня, 3, не начинается ничего. 4, ничего не начинается. 5, ничего не начинается. Все вот так ходят, а когда начнется, когда начнется? 6, ничего не начинается. 7, ничего не начинается. И мы сидим вот так вот в гримерке, вот так. И на диване сидит Боярский, в шляпе вот так сидит. И заходит девочка, администратор. Она так вот заходит и говорит, съемка переносится на 9 вечера. И Боярский вот так сидит и такой, как же это все мне остаебло!